сегодня открытие выставки замечательного, интересного художника Михаила Воробьёва. Михаил Воробьёв закончил Суриковский институт. А все, кто ходит к нам на выставки, знают, что мы дружим с художественно-промышленной академией имени Строганова и Суриковским институтом. Поэтому это как раз вот продолжение наших связей с замечательными двумя прекрасными художественными вузами Москвы. Пока что еще в наших стенах здесь не было такой интересной и индустриальной выставки. На мой взгляд, это выставка о времени, да, о его быстротечности и соприкосновение времен друг к другу. Я сегодня с радостью объявляю открытие этой выставки. Консерватория – это мой второй дом, уже начиная с 1981 года. И то, что здесь сейчас выставка моего давнишнего друга, с которым я знакома приблизительно с этого же времени, да, уже больше 30 лет, наверное, для меня это тоже мое личное событие. Мне очень интересна всегда живопись Михаила. Я могу сказать, что это интереснейшая личность, интереснейший собеседник, постоянно размышляющий о жизни. У нас существует такая тема обсуждения о жизни временной и о жизни вечной. Посмотрите, как через бытовые предметы, которые, в общем, взглядом художника превращаются в какие-то абстракции. Но это такие вот создания рук человеческих, которые очень быстро теряют свой смысл, они отживают. И все это очень быстро меняется в нашей жизни. Но есть нечто вечное, то, что живо всегда. Тема этой выставки изумительно как-то вот соединилась с музыкой Бетховена. Я сейчас попрошу вашего внимания 5 минут и все-таки сыграю для вас первую часть «Лунной сонаты» Бетховена. Я Мишу знаю достаточно давно и все время удивляюсь его такому открытости мира и какому-то любопытству хорошему и желанию все время что-то новое для себя открывать и для нас, для зрителей. Он профессионал, он работает с цветом, с формой, но в нем есть такая хорошая прививка, я бы сказала, американского искусства, вообще западного искусства, и поэтому он не похож ни на кого. Это, во-первых. Во-вторых, он человек, который как бы нашел свою нишу, и в этой нише ему комфортно и хорошо. Михаил нашел форму такого contemporary art, с которым вполне комфортно существовать. Это и дизайнерские вещи, их можно экспонировать, с ними можно жить, и это интересно рассматривать. И вот то, что он привержен формату техногенного, как бы, но оно у него так обжито все, и так как-то музыкально, я поэтому понимаю, почему это здесь. Их можно разыгрывать, вот эти работы, вполне такими музыкальными какими-то композициями. Вы знаете, наш паровоз вперед летит. А потом завалился, и весь ржавый, валяется на обочине. И это была одна из таких, как бы, программных его вещей Михаила Воробьева, да? А потом пошли трубы черные, из которых источаются какие-то смолы. А потом пошли вот эти все электрощитки, провода, переплетения. И вот последней работы Миша начал показывать челюсти динозавра. Есть в истории искусства такая, как бы, теория эстетики или программы эстетики, это программа смерти. Понимаете? Когда художник изображает так или иначе тему смерти. Единственная вещь, которая не является симулякром, это смерть по Бодрийяру, если вы знаете, да? Да вот Миша, он, на мой взгляд, можете спорить со мной, не соглашаться, как раз вот эту программу и выполняет по своему творческой жизни. Тему вот красоты, наверное, смерти. Почему? Она настоящая. А все остальное – это все искусственно и фальшиво. Я, прежде всего, счастлив, что состоялась эта выставка, потому что мне невероятно хотелось выставиться в этом зале. Ну, коротко о выставке. Действительно, здесь представлены как бы совершенно две противоположные темы. То есть одна тема моя, вот такой, как бы я назвал, технический романтизм, представлен в тех залах. А здесь эту часть я обозначил как позвонки динозавров. Мои вот технические вещи, человеческий гений, который их создал, эти вещи, и они уже во времени отмирают постепенно, покрываются ржавчиной, зарастают травой, там где-то происходит в электрощитках замыкание. И, в общем, вот этот вот человеческий гений, он как бы несовершенен относительно вот божественного мироздания. И здесь абсолютно контраст возникает. Здесь вот эти существа, которые жили вообще невероятное количество лет назад, они воскресают. И вот эта божественная природа, получается, что доминирует над вот этим человеческим интеллектом. Вот идея такая возникла. Я вот как раз эту серию сделал в этот коронавирус, и, в общем-то, мне крайне было интересно ее выставить на суд зрителей. Уважаемые гости, уважаемые друзья, то, что консерватория помимо концертной площадки стала такой многофункциональной площадкой, наверное, есть и заслуга ваша, потому что вы проявляете действительно неподдельный интерес к тому, что делает консерватория, к тому, что делают партнеры консерватории, к тому, что делают наши замечательные художники. И я желаю этой выставке действительно счастливого будущего, чтобы много было здесь поклонников, и они уходили действительно очень радостными и довольными. Спасибо вам большое. Спасибо.